вырываться от ума. Ты для меня самая, ты для меня как солнце свет самая. Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on. We're getting miles apart, though you're beside me. Somebody! Садитесь! Ай, угрюмый Аббас! Эй! Ну ты ты угрюмый! Ты что, когда будешь трубку поднимать, когда тебе звонят? А друзьями что такие? Там, короче, все понятно. Там вот эта верть уже была у меня. Бриллианты, вес бриллианты. Больше такая была, навороченная. Я же ее одну мастерскую на починку. Эй, да сколько я помню, ты всю жизнь была Nokia, фонарик. Ты не помню, это водителя была. Она нормальная, короче. Когда на починку мастерскую отдал ей. Да ну? Да. А где? Копенгаген, короче, поехал я. Ой, короче, вот сейчас на днях я должен забрать здесь. Я думаю, что сейчас так чисто от себя здесь так какую-нибудь красивую девушку здесь подарю. Чисто от себя здесь. У меня таких живет много. Ты что, что 60? Ладно, ладно. Файзер, ты как, эй! Ты что, не веришь мне, да? Я тебе верю, ты как, Файзер, эй! Да я что, я нормально, братишка, нормально я. Недавно ты жил. На чемпионат Европы ездил в Аргентину. Я сейчас выступаю, бои без правил там в Варе. Эй, ты же раньше домино занимался. Домино я сейчас прошел, я же сейчас боями без правил занялся. Солочка. Человек, который не надо, чтобы мне нос вытирал. Ничего? Ничего, выиграл я всех. А? Всех уложил я. Сколько раз дрался? Один раз. А ты мой? Двое участников уже были, два бойца, конкретные два бойца. Они узнали, что я туда еду, в Аргентину, в Европу. Там же на месте развернулись и уехали обратно. И прикинь, они узнали, что я еду, что я еду. И в конце, в финале, выходит один, знаешь что? Да ну? Я тебе говорю, лысый такой же есть негр. 100% африканский скинхед. Черный. Чернее черного, короче, есть? Такой черный скинхед, короче. И на меня весь в квадратиках, весь в мышцах. На глазах у него пресс был. Представляешь, кубики, пресс. Вот так, весь накачанный. Прикинь? На меня идет он. Я его как увидел, короче, я говорю, судья, отойди-ка в сторону. Хорошо, что у меня коронка была, вот эта жесть. Салбатичка, коронный удобный, хорошо, что я его с собой взял. Хорошо, что я его с собой взял, вот этот коронный удобный. Фуф, какой положил, он положился сам. Он сам положился. Я знаю, что сделал. Ой, Кантемир, что я ему только не сделал. Хорошо, что у меня с собой правая нога была. Я эту правую ногу начислил ему между ног. Через спину вытаскиваю эту ногу и пяткой. По верхней губе! На! Там как все было? Трясканул я его от души, говорю я тебе же. Есть это вся вот эта рама, она вот эта вся рама, она вот так вот падает, видишь, вот так вот. Он, нет, там люди знали, что я за него по-любому, да? Так, а видео этого боя есть? А? Посмотрите. Это закрытые были соревнования были. Закрытые соревнования вообще не пускают. Все операторы, все телевизионщики
Со дверями стояли они. У него все соревнования закрыты. Его отец даже ни один бой его не видел. Смотри сюда. Я же постоянно в спортзале бываю. На 26. Постоянно я там бываю в спортзале. И днем, и ночью. Я там в спортзале я бываю. Может, ты же за кем ждал? Похоже, да? Не, это давно. Не, чё я? Салыч, ты чё сам там вообще? Ты хоть как, ты что ждал из спортзала? Не, я про нормально этот, как его... Я сейчас вчера племянника хотели закрыть суд. А, ну, что это вы решили? Я решил, там все нормально, судью посадили. Да? Ты знаешь, нет. Мы не последние люди в этом городе. Че, что, проблемы, че, как, люди могут обратиться. Нормально. Я же вчера, прикинь, я видел, ты мне сигналишь. Я видел твой сигнал, то есть я просто спешил. Я как раз на море ехал, нырнул, короче. Плыву, короче, на море есть. Один момент, хопс, я выныриваю и смотрю, какая-то иностранная речь, короче. Иран заплыл, прикинь? Иран заплыл. Конечно, ты че, земля. Теперь я смотрю, мне же на работу в 9 утра, короче, на резко. Тем более, у нас в 6 утра же дворники. Ну, мне на работу надо было, короче. И теперь я обратно плыву, как раз мимо Буйнатиска, когда проплывал, короче, смотрю, слева электрический скат плывет один такой наглой рожей такой. Да и я тебе говорю, земляк, я теперь хоп, все, цепляю, резко, иди сюда, говорю, земляк, иди сюда, говорю. Зацепил его и кричу ему, резко об него телефон зарядил уже свой, жесть, и дальше поплыл, говорю. Ты че на малютку не приехал, а? Сидим, короче, да, на этой лужайке прекрасной, зеленой, как лужайечке. Сидим, отдыхаем, все спортсменники, да, значит? Я, он, да. Все такие кругленькие, квадратненькие, такие же есть. И тут нарисовывается, короче, вообще откуда ни возьмись, очковая змея. Ты представляешь? Что, серьезно, очки у него бывают, что ли? Нет, не в очках, очковая, говорю, змея. Она как кобра, короче, прикинь. И ты прикинь, все спортсмены, все, с которых там все разбежались они, ты представляешь? Все разбежались. А кто? Догадайся, кто остался? Мы вдвоем, прикинь. Я тебе говорю, я, значит, сижу там один. Сижу, значит, один. Один, что, вдвоем? И никого не вижу рядом. Ты прикинь? Кроме... Одна очковая змея и я, короче. Хорошо, что я не растерялся, Кантемир. Хорошо, что я не растерялся. Я тебя за слова отвечаю, родные. Где я растерялся, где я не растерялся? Вот здесь я не растерялся, Кантемир. И, короче, благодаря своим чувствительным пальцам, я смотрю, эта очковая змея на меня идет. Ты прикинь, как она чувствует вот это, знаешь, вот этого соперника, кто ее насилует. Благодаря своей реакции, я, значит, резко, не торопясь, резко очень, за кадык ее. Най! И тут хорошо, что у меня была с собой левая рука. Я это взял кобру, короче, за очковую, за кадык. Поднял! Прикинь. И со всех, что есть у меня мощи, я ей, значит, по ребрам. На! Я ей как затрескал ей все ребра, я ей поломал. Я тебе говорю, я ее повернул. Под затыльник ей как треснул, короче, она ломилась. Она бежала, она свои пятки даже не смогла увидеть, ты представляешь? Слышь, мой номер телефона запиши, если что. У меня есть поезд, мама, где ты? Не так, на всякий случай, может, у тебя стерся. 8-928-684-17-52, короче. Последняя цифра одинаковая, ты запомнил, да? А за базу запишу. Не, я по-любому рад вас видеть. Мы тоже рады тебя, вот что, вас видеть. Слышь, мой номер тоже, может, у тебя как бы, ну, тоже стерся. Возьмем. То есть, там две штуки, короче, может, кому еще нужна будет эта визитка. А че вы тоже на туре на одном чае жизни? Че вы пришел один чай? Смотри сюда, офицер! Я извиняюсь. Красную икру, самую дорогую красную икру вот этому прелестному созданию. За мой счет. Извините, пожалуйста, красной икры у нас нет. А где она? Извиняюсь, у нас нету слова «нету». В нашем словаре это слово отсутствует. Найдите ее. Как это «нету»? Все ровно, мерзавец. Да любого цвета принесите.
пацаны. Я забыл, что вас познакомил. Это Зухра. Она глухая. Не перебивай меня. Я что? Не поцелуй его туда и расскажи что-нибудь. Да нет, что расскажу ты же? Сам расскажи что-нибудь. Я иду охренеть там.